Здравствуйте, дорогие зрители, а также мои любимые подписчики. Если вы еще не мой подписчик и не хотите быть дорогим, а хотите быть любимым, обязательно подпишитесь на мой канал. А значит, четвертая распаковка на август месяц, и есть некоторые новости, да, то есть первая новость, я сделал группу ВКонтакте, где буду делать свои фотообзоры, да, реальных вещей, которые были получены, а также с удовольствием буду размещать ваши реальные фотообзоры на товары, да, то есть там будут проходить конкурсы, то есть вот на данный момент один конкурс там уже идет, да, спешите в нем поучаствовать, значит, и плюс на канале будет, судя по всему, сделано несколько новых разделов, да, будет сделано несколько новых разделов, то есть вот, например, один из разделов будет посвящен вот таким вот случаем, да, то есть случай у нас какой? Мне очень сильно хочется поругаться матом, да, в связи с тем, что здесь могут быть дети, да, тот раздел будет вот называться «Уголок подонка», наверное, и там я буду давать себе некоторые вольности разрешать, да, почему я это хочу сделать, потому что вот в этой посылке находится вот ерунда ерундовая, копеечная абсолютно. И посмотрите, что он пишет в сопроводительных документах. Что здесь находится что-то на 100 долларов. То есть, если бы я был гражданином Беларуси, я, конечно, был бы очень счастлив заплатить, там, например, налоги. Да, вот, ну, в общем, помолчу. Простых слов у меня не хватает, мне охота ругаться матом. Поэтому я эту упаковку уберу и распаковываю ее. Я открою уголок подонка. Чтобы долго не искать, в правом верхнем углу кнопочка «Информация», нажмите, там, скорее всего, будет ссылка на этот уголок. Итак, ребят, ну, достаточно простой товар, при всем при этом, ну, он довольно-таки полезный. Да, это коврик против скольжения в автомобиль, ну, то есть, вот видите, да, и не скользит, никуда не девается. Вот, есть абсолютно все, по-моему, логотипы известных автомобилей, в том числе и вот Лада. Значит, ну, вещь достаточно полезная. Зачастую торпеда выглядит таким образом, то, что на нее там есть что-то положено, что при любых там поворотах или еще чем-то, да, все это дело будет падать. Ну, в нашем случае кладем, да, ничего не падает. Вполне возможно, я сейчас добавлю фотографию, либо как это выглядит в автомобиле. Ну вот из минусов, да, например, что мне не нравится, ну вот видите, непрокрашенная часть, вот, ну, не прокрасил нам китаец логотип. Это, по-моему, неправильно. А так, в целом, стоит копейки, везли, по-моему, на частном самолете, потому что прилетел он, ну, в очень сжатые сроки. Вот, если такие коврики нужны, заходите, находите марку своей машины, ну, и заказывайте. Так, едем дальше. Так, ну, здесь он что-то пишет относительно того, то, что будьте любезны, оставьте отзыв. Значит, что нам прислали? Запах, конечно, хозяйственно издалека напоминает. Значит, внутри находится, ну, такой вот маленький кусочек, наверное, походного мыла. Значит, еще раз. Ну, данное мыло, да, заявлено как сандаловое дерево, туалетное мыло, пчелки, там, пыльца, что-то такое. Мыло маленькое, насколько приятно, да, вес 25 грамм. Ну, давайте, наверное, даже откроем, посмотрим, как оно внутри выглядит. Или не будем открывать. Ну, давайте вот так вот аккуратненько все-таки откроем. Я просто хотел сделать фотографии и все это дело разместить. Ну, я же сказал, да, группа ВКонтакте, там все это дело, обзоры надо размещать. Вот такое небольшое мыло, что-то вот схожее по запаху между хозяйственным и чем-то симпатичным, ну, стоит каких-то небольших денег, целесообразность его покупки, ну, не знаю. Мне вот стало интересно, я заказал. Попробую, может быть, потом вам про него что-нибудь расскажу. Ну,
Ну, вы знаете, заявлено было как водонепроницаемый фонарик. По фотографиям все это дело выглядело очень симпатично. В реальности, ну, ребят, качество просто отвратительнейшее. Качество просто отвратительнейшее. Да, может быть, конечно, он и влагонепроницаемый, как заявлялось, но вот все прям вот какое-то. Темлячок есть, кнопочка включения-выключения есть. Ну, как-то вот он стремноватенький. Наверняка, конечно, светит. Ну, не знаю. Вот вам темлячок, если такой нужен, вот ради темлячка можете заказать. Что-то он стоит каких-то копеек. Вот. Но по внешнему виду, во всяком случае, достаточно такой страшноватый. Значит, ребят, что это такое? Это нож для чистки цитрусовых. Достаточно интересная штуковина. Принцип использования какой? Да, мы надеваем все это дело на два пальца, берем цитрусовый, прижимаем вот этой частью, цитрусовый надкалывается, и, соответственно, мы ведем. То есть вот оно полукругом, хорошо, по идее, должно вестись. А цитрусовый, ну, без проблем он порежет, глубина будет везде одинаковая, ну, далее мы шкурку снимаем. Вот этой закорючкой там что-то дополнительно можно делать. Стоит абсолютнейших каких-то там земных денег, что-то там в районе, может быть, там 10 рублей, если не дешевле, вещь. Ну, вы знаете, когда вот апельсины чистишь, ну, зачастую вот такая вот штучка была бы очень даже полезна. Силиконовый бампер, как обычно, пленка, как обычно, и сам телефон. В нашем случае, да, 32 гигабайт встроенной памяти версия, цвет черный. Ребят, очень важно, когда вы открываете телефон Asus ZenFone Max, вот подцепили и ноготочком пошли, иначе вы крышку можете поломать. Иначе вы можете поломать крышку. Все никак у меня не доходят руки до полноценного обзора. Ну, надеюсь, все-таки дойдут. Переходник ужасный. У меня идут переходнички. Вполне возможно, будут хорошего качества. Подпишитесь, скоро будут обзоры. Что-то как-то вот не дойдут они до меня. Также у меня адаптеры. Несколько адаптеров уже есть. И, по-моему, парочка или тройка идет. Также идет новый тестер. Хочу, чтобы они пришли и потестить, что они из себя представляют. А здесь же у нас вполне возможно чехол, который... Да, это чехол, который откроет еще один раздел на канале. Этот раздел будет называться, наверное... споры или что-нибудь в этом духе. Да, значит, чехол у меня лежал, при всем при этом у меня пришло на почту, да, то, что у меня заканчивается защита, я в этом случае долго там ни с кем не переписываюсь, я открываю спор, ну и какое-то время жду. Здесь же я открыл спор, и мне быстренько деньги вернули. Ну, то есть продавец подтвердил мой спор, проблем никаких, причем этот чехол стоит, если не ошибаюсь, 85 рублей. Да, на Asus ZenFone Max я его брал. Чехол подходит. Ну, посмотрите, да, вполне хорошо подходит. Все необходимое здесь есть. Вот так вот телефон начинает выглядеть. Значит, я спор открыл, мне денежку вернули. Ну, я достаточно честен. То есть, мне попасть на бан, чтобы не заблокировали мой аккаунт, это, ну, не совсем правильно. Поэтому я сейчас с продавцом спешусь, закажу у него еще один чехол, подтвержу, и скажу, высылать не надо, да, он у меня уже есть. Поэтому, если вы перейдете по ссылке, вы, скорее всего, увидите два отзыва об этом чехле. Первый, то, что вернули деньги, второй, то, что я эти деньги вернул ему. Значит, в этом разделе буду вести обзоры споров, как я их открыл, чем закончилось. И, ну, ребят, еще раз. А китайцы, ну, их можно называть, конечно, там, узкоглазыми, там, желторотыми, ну, как угодно, да. При всем при этом, это в первую очередь те же самые люди, которые в своей стране живут и пытаются делать бизнес.
да, то есть слать хорошие, честные товары, да, за разумные деньги, и целенаправленно брать их, обманывать, пользуясь системой, ну, я считаю, что это неправильно. Что-то плохо, да, не вопрос, надо поспорить, надо наказать. Ну, если это не вина продавца, ну, ребят, все-таки давайте с ними будем честными. Значит, для обзора, ну, на данный момент пока ничего больше нету для распаковки. Напоминаю, да, палец кверху, подписываемся, комментируем, заходим в группу ВКонтакте, участвуем в розыгрыше. Ну, скоро розыгрышей будет чуть больше. Вот, долго больше балаболить не хочу. Прям вот очень сильно мне хочется открыть все-таки наконец-то, да, высказаться в уголке подонка относительно вот этого вот пакетика. Вот, плюс ребенка надо у супруги перехватить. Поэтому до скорых встреч. Всем всего.